Добрый день! Сегодня у нас 13 мая. Это Витебская область. С утра 10 градусов. Мы по плану должны делать отводки. Дождя нет, снега нет, а мы работаем. Поэтому я хотел бы показать, как мы делаем отводки, ну, в такое неблагоприятное, ну, для нас, для пчеловодов, такую неблагоприятную погоду. И мы вынуждены делать по плану это. И как мы работаем, ну, можете посмотреть. Мы делаем отводки. Значит, как я говорил, что подготовили корпус, литки прикрыли где-то на две пчелы, чтобы выход было там 1,5 сантиметра. Подготовили рамки, которые будем подставлять сюда-туда. Все подготовили. И немножко буду комментировать. Значит, холодно, и мы работаем. Ну вот, начинаем работу. Значит, холстик прикрыт у нас. Потихоньку. Начинаем работать. Планочки нам помогают, как я уже говорил. Они прикрывают нам. Надо перчатки еще одеть. Наверное. Последнюю рамку медовую. Она с медом. Ну вот, с пергой, с медом, то, что нам надо. Здесь маточки, как правило, не бывает. Мы ее сразу переставляем и закрываем. Это все в отводок. Следующая рамка должна быть с расплодом. Посмотрим. Так, ну вот расплод. Там яйца. И открытый расплод. Значит, мы ее оставляем. Нам нужно в отводок, чтобы была рамка с закрытым на выходе. Ну вот, посмотрите, вот уже рамка на выходе, эти пчелки. Тут на выходе. И здесь на выходе, но не так она много их. Этих ячеек. Поэтому мы уже будем думать. Смотрим одновременно маточку. Ищем. Мы ее отставим. Она так немножко подходящая. Но может быть больше там будет. Так. Следующую. Ну вот здесь тоже. На выходе, вот в середине пчелки выходят, а по краю еще не вышли на выходе. То же самое здесь. Смотрим маточку. Смотрим маточку. Прохладно, пчелы, ну, почти не летают. Тоже неплохая рамка. Ну вот эту можно, ладно, я эту поставлю, она неплохая рамка, на выходе пчелки. Эту можно поставить, ну а там будем выбирать. Все делаем спокойно, без лишних движений, чтобы не провоцировать пчел на атаку. Холодно, вот это плохо. Все летные и нелетные пчелы, они все в улях. Агрессивные пчелы это... Летные пчелы, старые, они агрессивные. Молодые, они не агрессивные, они спокойно относятся. Вот тоже хорошая рамка. Тоже на выходе. Смотрим. Маточку ищем. И, в общем, так наблюдаем. Ну вот, на выходе, видите? Пчелки на выходе. Они выходят. Вот эта часть вышла, а здесь вот выходит, да? Достаточно хорошая рамка.
неплохая. Еще раз посмотрим наличие матки быстренько. И ее переставим сюда. Вот у нас уже две рамки будут на выходе. Ну, еще раз я ближе посмотрю, покажу. Видите, вот здесь вышли уже и выходят. Вот. Вот выходит пчелочка. Значит, на выходе. А это постепенно эти закрытые расплоды, это пчелки, они на выходе выйдут. То, что нам надо. Тем более, что холодно. И нужно, чтобы на такие рамочки на выходе, чтобы не было так закрыт расплод, но там через дней 4-5 он должен выйти. Значит, у нас тут осталась рамка для медовой с кормом. И сушью подготовлена с водичкой. Так, следующая. Видите, тут хорошие какие рамочки. Тут уже много вышло, но еще выходить. Ищем матку. С одной стороны мисочки вот есть уже, видите. Так, с одной стороны, со второй мы еще раз так перекрутим. Посмотрим. Ставим. Значит, у нас тут освободилось. Так, у нас тут, кстати, есть открытый расплод. Поэтому мы отставляем сюда, в эту часть улья, где отводок. Так, так, так. Рамочку мы будем ставить сюда, с краю, и закрываем. Сразу закрываем. Так, тут у нас с открытым расплодом. Ищем матку. Ветер холодный, но все надо делать быстро. Маточку нашли. Так, вот, сейчас мы покажем. Ну, придержи, Валя, придержи. Так, ну вот, мат держишь. Вот маточка бегает. Видите, какая большая, крупная, красавица. Вот, если кто не видел, можете посмотреть, какая маточка. Спокойно ходит, холодно, спокойно ходит. Значит, что мы делаем? Мы берем ее, мы эту рамку ставить не будем. Открываем улочку, берем, вот так берем матку и сюда ее опускаем. Все, она пошла. Теперь смело можно работать, открывать, смело работать. Эти рамки, которые с открытым расплодом, я стараюсь ставить внутрь. Те, которые рамки остались на выходе, пчелки, мы их снаружи. Ну, просто они будут обогревать. Ну вот, рамка, видите, какая красавица. Вот здесь уже выходит. Это вообще замечательная рамка. Начинают выходить пчелки. Так, вот ее на край поставим. Оставим с краю. А у нас еще следующая рамка. Посмотрите, какая рамка. Вот. Видите, что делается в этой семье. Значит, что? Выйдут эти пчелки, они пополнят массу пчел в этой семье. Здесь открытый расплод. Как мы знаем, ставим в эту часть, будем стряхивать. Так, планочки сюда. Вот уже и дождик заморозил. Здесь у нас яйца. Вот эти яйца и открытый расплод. Мы в середину. На выходе мы с краю. Они выйдут, будут обогревать эти, что. Так, вот у нас крайняя рамка с медом. Вот она медовая, с пергой. Мы ее ставим четвертой. Сразу закрываем улочку.
Видите, планочками хорошо. Закрыл. Так, и с водичкой. Сушь ставлю с водичкой. Закрываю. Все это закрываю. Доска. Все, 5 рамок. Сделали. Эту доску убираем. Она для того, чтобы оградить нам с открытым расплодом. Эту рамку мы на всякий случай поставили. Она на выходе. Мы ее сюда поставим. Так, эту отодвигаем внутрь. Стряхиваем. У нас напрыска нет, можно смело стряхивать. Одну рамку. Вторую. Ну, давайте, так как холодно, на выходе. Тут пчелки стряхивать можно, которые на выходе. Рамка. Вот 3 пчелки на выходе. Мы их стряхнули. Много таких молоденьких. Когда рамка на выходе, много молоденьких. Я тоже так делаю. Если хватает этих рамок на выходе, я их тоже откладываю, туда оставляю, чтобы стряхнуть. Так, понятно, да? Так, все стряхнули. Все с расплодом открытым внутри, на выходе, закрытым снаружи. Закрываем. У нас осталось место, потому что часть рамок туда переставили. Для этого у меня есть сушь. Пчелки успокоятся, будет взяток. И они будут сюда носить мед. Маточка, когда облетится, выведут они маточку. Возможно, там 4-я рамка, 3-я, она наложит, там яйца положит. Так, ну вот. Все. Поставили. Закрываем. Немножко трава мешает. Так, закрываем. Закрываем. Так, закрываем. Все, закрываем. Все, здесь укомплектовали. Здесь пчелки будут выводить маточку. Здесь у нас старая матка в расплоде. Так, 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 так. Немножко их туда. И где у нас, Валя, утеплитель здесь? Так, утеплитель. Вот утеплитель. Немножко, чтобы туго сделать, можно планочкой прижать, и будет туго. Вот так. Вот. Внизу я оставляю, чтобы пчелки зашли там. Вот, с краю будет хорошо. Ну вот, здесь все готово. Ну, как я и показывал, все тут ничего особенного. Так, утеплили. Тут еще раз проверяем, чтобы литок был и открыто было с этой стороны. Всякое может и ошибиться можем, но повторно проверяем. Закрываем. Ну вот, видите, плохая погода. Можно работать. Только надо все быстро делать. С расплодом. Закрываем. Все. Отводок сделали. У нас по плану, если нет дождя, мы работаем. Вчера был снег, тут метель. Ну, мы не могли работать. Сегодня уже потеплело, так сказать. Градусов 9-10. Дождя нет, мы работаем. Вот так. Перенимайте опыт. До свидания. Не забывайте, ставьте лайк. Подписывайтесь. Будем работать дальше.